Арчанин прожил целый век. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Николаю Толмачеву исполнилось 100 лет. С раннего утра юбиляр встречал гостей с поздравлениями, пожеланиями крепкого здоровья и, конечно, подарками. За свою долгую жизнь Николай Степанович многое повидал и пережил. Вторую мировую войну прошел снайпером. Много лет своей мирной жизни отдал работе на Орском заводе металлоконструкций. И сегодня ветерана с юбилеем пришел поздравить исполнительный директор предприятия. Помимо пожеланий и подарков, руководитель подарил пенсионеру книгу об истории завода, в которой есть страницы и о почетном работнике Николае Толмачеве. От всего коллектива завода хотим вам просто преклониться перед вами за тот, можно сказать, поступок героический, событие. Спасибо. Не только для завода, города, но и, можно сказать, в масштабах Спасибо. Страны. Потому что похвастаться такой датой... Вам я пожелаю хорошего здоровья, большого счастья в работе и в семейной жизни. И дай Бог, чтобы было хорошее здоровье. Сейчас Николай Степанович совершенно не видит и плохо слышит. Здоровье подводит, но ветеран не торопится списывать себя со счетов. Он бодрый, собирается прожить.